Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем рейдить игру по названию Crash Bandicoot 2. Поехали наверх. Мы убили босса. Одного из его прихвостней. Ооо. Кажись, это у нас последнее. Потому что мы уже аж в космосе. Космос, космос. В чем твоя проблема, Бандикут? Почему ты не можешь мне никогда доставить эти чертовы кристаллы? И отдай их мне. Типа, найди их и отдай мне их. Пистон и it away. Ну, пистон — это пистолет. Пистон. It away. Ладно, сейчас узнаем, что это. Пистон. Я точно уверен, что у нас, по сути, не должно, по идее, быть тех же врагов, что и были. Потому что мы уже в космосе, ведь. Да? Ну, механизм тот же самый, остался от дерева, на самом деле. О. Я понял. Подкаты? Перепрыгивать не вариант. Давайте сделаем подкат. Да, я знаю, я только что потратил. Да, подкаты. Ну, я с полезностью это сделал. Пожалуйста, быстрее. Это наверх нужно прыгать. Да, враги новые. Враги новые. Ладно, минус яблоко. Дабл килл. Так, сейчас я должен апнуться. Так, этого никак не убить, да? Да не. Этого тоже... Ах ты, зараза. Чё? Камнюк. Ладно, я тупанул. Так они рандомные еще оказываются. Оказывается, они работают рандомно. Блин, вот это опасно, вот серьезно. Опасный момент, это кристалл, чекпоинт. Кристалл чекпоинт. Что это? Хорошо, у нас тут типа ловушек идут. Окей. Ну, я понятно. А, все, да, это база Неда. Просто все сразу ломаем. Я вообще серьезно забыл уже про этот прием. Что я могу делать на том месте, это сразу херь. Ну, подкатик. Вау. Честно, было обидно. Не, ну тут понятное дело. Здесь мне придется выиграть. Ведь на кону стоит контишка. А контишка очень важна.
Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Отлично. Пойдем, у меня сейчас должно быть вот эта контишка и... А, блин, не хватает, ладно, яблок. И как мне вас, чуваки, проходить? Ну, хотя примерно знаю, что меня сейчас будет ждать. Так, повезло. Что? А ничего, что я успел? Бля, ненавижу эту игру. Успеваешь, ты не успеваешь. Все равно проебаешь. Замечу, 10 хп. 10 контишек. Я не контролирую свою скорость. Ладно, контролирую сам действие полета. Блин, ну это будет тупо. А не взять. Ай, блядь. Почему ты наклоняешься? Я ж тебя что? Воу! Давай! Ладно, я придумал тактику. Смотрите. Прыжок юзать, типа, чтобы замедлять. Чё мне тогда не вышло? А мне это ничего не дало. Блин, знаете, такое специфическое чувство, но это скорее всего последний у нас этап. Хотя у нас же еще доктор, тот доктор, типа, который был в первой части. Но он же, кажется, против уже этого, да, стал? Нео. Против Нео. Ух, на самом деле тяжело, вот эти щитники, особенно, блять, меня от них... Ну, ладно, не горит, но не... дело в том, что проблематичны. Рок-ит. Так, сейчас будет 9-я минута. Уже. Уже девять. Давай посмотрим, сколько ты будешь идти, загрузка. Ну, короче, загрузка идет около 15 секунд. Как-то так. Это значит... Бля, зачем так сложно все делать?
понимаете, я не осознаю, что мне делать. Я не могу им управлять. Сложно. Вниз. А в меня еще будут пулять. А не. Блин, ну это тяжело на самом деле. Когда новые механики дают. Тихо. Не, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, тихо. Там же ничего не было. Ладно, по низу полечу. Ладно, мне нужно сдохнуть. Это обязательно. Это нужно было обязательно сделать, потому что я кристалл не взял. Я не взял кристалл. Я не взял кристалл, значит это ГГ. Ух. О боже! Сложно. Зачем такую сложную механику? Пипец, если... Ого, я сейчас представил, если я буду в таком полете, я буду еще метать яблоки в босса. Я сейчас так здесь, ну как сказать, оно сложно, потому что я думаю, что пробел, по сути, это как же движок вперед, да? На самом деле, блядь, я думаю, что это в полет вверх. Ладно. Времечко идет. Значит, все окей. Поехали. Nightfish. Fight. Ну, fight. Не, подожди. Fight по-другому, да? Ficht. Не, ficht. Nicht ficht. Night fight. Поночная драка. Погнали, банди. Ого. Буду молиться, чтобы здесь этих ос не было. Теперь у меня два приятеля кружатся. На самом деле... А, так я ее смогу снова подбирать. Ага, то есть вот так. Ебучие, которые нельзя бить. И даже на них прыгать. А, здесь все освещается, на самом деле красиво сделали. И у моего этого глаза так сияют. Хорошо, что они не перемещаются. И накаркал ли я? Да не. Блять. Ладно, это всего лишь один. От одного проблем не может быть. Так, секрет.
Блин, не знаю, в секретку пойти, что ли? Ну, погнали. Блин, тогда и рандомные были призы, а теперь даже рандомно не пахнет. Яблочки, яблочки, все изи. Новый уровень. Ну, не уровень, а жизнь. Блин, мог бы догадаться на самом деле. Не, знаете, но одну жизнь терять как бы не хочется. Плюс... Нет, две даже. Стоять. Я же за яблоки тоже получу. Значит, две. Ха, черт. Цик. Цик, цик, цик. Не, в этой серии я буду до конца, короче, топить. Хотя с боссами главное, да, лучше собирать. Смотря насколько это сложно, лучше собирать те. Давай, давай, давай. Молодец. Там было всего лишь несколько яблок. Ну, в принципе, я больше ничего не вижу, поэтому поехали. Да уж. Хера себе, я подумал, это на улице гремит так. Я же аж приохуел. Я просто... Я кристалл не нашел. В этом проблема. Я не нашел кристалл. Я здесь был. У меня уже был кристалл? Да ладно, я нашел секретный кристалл. Ха-ха. Блин, жалко, я бы впервые получил те кристаллы. Отлично. Плюс континуум сейчас будет. От яблочек. Не, ну это получше будет. Вот черт, слишком долго идет. Ништяк. Бля, да ладно вам! Каких-то сран... Да ладно! Член! Я сделал его, я сделал член! Ништяк, у меня есть все кристаллы. Все три кристалла в первый раз за эту игру. На самом деле я крут, слышите? Так, блин, я смотрю на небо. Если рели сейчас дождь пойдет, это будет жопа. Просто жопа. Хотя я все равно, если так, что остановлю запись, потом просто их между собой слеплю. Интересно, как ты теперь будешь танцевать? А, то так же самое. А, блин, все-таки я не все собрал. Еще где-то инвизный. Ладно. Пак атак. Пак атак, у нас 20 минут уже прошло. Осталось всего лишь 10 минут.
Плюс еще 10. Короче, еще где-то 20 минут у нас состоялось, потому что еще босс будет, я буду разбираться в его атаках, в его механиках. Да, как-то так. Если вспомнить... Бля... Если вспомнить первую часть, то она была потяжелее. Ну, именно босс. Тихо. Топ жизнь. Куда? Я не понимаю на самом деле, как ездик. Тихо, контиша. Блин, давай только без заставки, ты тупой. Спасибо. Ладно, сейчас будем привыкать. Да... Я не знаю, как она меня не коснула. Буду все-таки привыкать к этим полетам. Черт. Так, блин! Я не хотел вниз. Давай резче. Вниз, оно вверх получается. А, не получается у меня. 8 контишек. Да? Да блин, не вниз, вверх поднимись. Эхо. Сейчас на всех парах полечу, когда оно спустится. Ой, котишка. Ой, моя сладая. Если бы вы знали, как... Сука. Сколько? 6. Да, на улице гремит. Пизда. Нахуй меня пугаешь. О, тихо. Здесь желательно ехать в центр. Поехали. Так, просчитать каждый мой шаг. Плохо работают. Плохо работают. Эти костюмы. А, вниз. Я нажимаю просто вверх, чтобы он летел вперед. Тихо, вверх. А, не только... Я понял. Вы что, блядь, за мной следите? Вы что, ебануты? Да. Вверх. Нужно... Ой, бля, я подумал. Спасибо. Буда-буда. А, я понял, почему ты здесь была. Ур!
А в чем наебалово? А, не понял. Нет, стенок теперь нельзя задевать. Пожалуйста, хватит, остановитесь. Я не хочу лететь. Наш мне ёбнет все. Кристалл! Кристалл! Ладно, я вас понял. Я не взял кристалл. ГГ. Не взял кристалл, считай, сдох. Вверх. Отлично. Вверх. Вниз. Как мне, блять, узнать, куда мне лететь? Они ж... Хотя... Проскочу. Вперед! Так, теперь я могу не стараться. Блять. Мне это все бесит. Жопа пекло. Жопа печ. Я не понимаю, почему они... Поднимайся. Да! Пипец у меня пригорит, если... Сейчас... А, блин, тут еще один уровень у меня целый. Да, походу дождь будет. И гремит, и что-то... Облачки там притянуло. Блядь. У меня всего лишь 5 хп осталось. Узнать способности босса нельзя, нельзя. Все очень просто будет. О, батя пошел. Ладно. Ебучий кристалл. Да, еще остался уровень целый у нас. Ну, как я говорил, плюс 20 минут, поэтому... Fake it out. Out это... Прочь вон, да? Если только гром пойдет, я, короче, ливну. Запись сразу тоже приостановлю. И тогда только я потом. Только потом. Сниму дальше продолжение и креплю. Давай, время терять все контишки. О, теперь у нас платформы... О, да. Как я об этом мечтал. Мне даже не 5, видите ли. У меня целых аж 3 осталось. Гори, гори, ты ясно, жопа ты моя. Осталось у меня всего лишь... Одна контишка, бля. Горю, горю, уже я. Горю, горю, горю. Я жестко пригорю сейчас, если проиграю. Бля, тут еще нужно приугадать, чтобы прах именно был. Ух. Сука.
Last. Last. Last HP. На самом деле, приугадать вот тяжело именно, когда он заюзает. Ладно, я еще живу. Да? Плюс еще одна ХП. Подними ты ебучие свои лапки. Надеюсь, вы слышите, да, это все? Как гремит, ебать. На континиум. Не, континиум здесь уже мне не поможет. Хотя... Ты что, ебанутый? Ладно, я до этого жил налегке, а теперь... Ага, пиздец. У меня аж игра начал лагать. Блять, я не знаю, как у меня пронесло. Прошу, дойди до конца. Не проебись. Давай в секретку, хорошо, мне уже посрать. Мне главное контишка, все. Нет контишки, нет жизни. Прикинь, если бы у меня это сейчас был последний жизнь, я бы так лоханул. Last continuum. Если я сейчас сливну, я, во-первых, потрачу контишки. Так, яблоки все собираем. Это ед способ. Но здесь нужно будет сейчас в подкате мутить. А, минус коробки. А, то есть так, да? Все. Одно континиум у меня будет, окей. Одна жизнь. Одна жизнь на босса. Проверяйте. Поехали. А, уже посрать. Уже довольно посрать на те яблоки. Я тупанул. Великолепно. Хотя... Да, все, я тупанул. У меня было две... А, две... Стоять. Откуда у меня было две контишки? Давай, быстрее, быстрее. Отлично, отличная идея, отличная идея. Просто великолепная. Машина суицида. Ой, я как-то успел. Как-то, но я успел. Блять, я не посчитал. Не, ну у меня там уже выйдет две контишки, это точно. Это хорошо. Две жизни, это хорошо. Да, так уж. Но проебаться это никому не посоветуешь. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Чисто две жизни уже есть. И я еще получу одну. Да?
Пожалуйста. Пипец, мне там еще идти. Ладно, плюс еще. Да, вот это уже плохо. Да. Сука, 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 сука. Вас жизнь именно жизнь. Давай, давай, давай. А как мне нужно было здесь сделать? Как мне перепрыгнуть? Я что, виноват, что он не перепрыгивает? Yes. Retry level, именно заново уровень. Меня штормить, блять. Face out. Сколько у меня контишек дается? Дайте хотя бы 10. Вот мне, чтобы пройти, нужно 10 контишек. Оху, дайте 10 контишки лучше. 4 контишки, ладно. Ну их нужно отыграть, эти все контишки, нормально. Да, я вспомнил этот уровень, блядь. Чё-то мне перехотелось. Эти бонусные уровни. Хотя нужно будет в бонус точно зайти. Ага, ну в принципе ладно. Здесь просто. Сказал я и сдох. А, давай, давай, давай. Блять, ну что он поднимает, ты меня тогда кто-то прыгнул? Ну все, в принципе, здесь задумано правильно. Именно по врагам. Хотя ладно, заберу лучше. А, пронесло. Какого? Надоели. Пожалуйста, TNT, не прыгай. Нахуя ты это делать? Вот зачем ты прыгнул, скажи мне, Нитро. Да ну бля, заебали. Ладно. Легче так сделать, на самом деле. Давай, да-да-да. Over. Game over, game over, yes. Retry levels, retry, retry levels. Блять, это еще не дошел, где я постоянно проебывал. А что там будет? Как? Я просто не могу понять,
Как мне перепрыгнуть так, чтобы лазер меня не тронул? В этом вот проблема. Я не понимаю, как сделать так, чтобы лазер меня не тронул. Крэш, давай быстрей. Тихо. Капец, просто просрался так сильно. Блять, уёбок. Уёбок. Уёбок, 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 уёбок. Быстрее. Ага, зараза. Тогда было не так. Сейчас я придрачусь, блять, я вам дам. Я вам, блять, дам. Хорошо, что Куплинов дальше не проходил. Дальше первой серии. Континиум. А теперь начинается жопа. Начинается жопа, непонятие телепортами этими. А, не, телепорты... Да, не, и бонус я забираю. Сорян, но бонус мой. Нету бонуса, минус я. Ого. Тактики, ломающие игру. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Изи. Просто изи. Так, вот. Вот это, где я не понимаю. Вот. Огонь. Главное то, что я... Проблема в том, что я на огонь не могу наступать. И перепрыгнуть как бы у меня тоже возможности нету. Вот что мне делать? В бок не выпрыгнешь. Вот, вот, я даже я не дотронулся. Меня задамажило. Я не дотронулся, но меня задамажило. И как мне прикажете здесь не гореть? Хорошо, давайте сделаем это дело осторожно. Допустим. Я не успеваю тогда. Может резко фастом нажимать прыжок? Ну. Нет. Он успевает меня все равно задеть. О, спасибо. Да, меня хоть так вот так задевают. Так, ебучий кристалл получен. И я сдох на тебе, да, приятель? Бля, я забыл тактику. Я забыл. Ладно, нормально. Вот. То есть, хоть так бы, я не достал. Изи, еще одна попытка. А, то есть... Вот так, да? А! Блин, я тупанул, ладно. Это изи, смотрите. Ну, здесь да, конечно. Блять, я наш... Заваливал! Заваливал, пожалуйста. Yes! Я не нажму, no!
Я не нажму, ну! 45 минут! Время уже вышло, даже то, которое я говорил. Но нет, мы будем сейчас играть час из-за тебя. Они придумали нормально, понимаете, игру, вот, ну как, игра продумана, хорошо, да, сделана механика, хорошо. Ну, ебучие, вот эти... Да ты же нельзя запрыгнуть! Нельзя запрыгнуть, нельзя отпрыгнуть. Раз, два, три, четыре, пять. Серьезно? Даже после того, что я уже ударил. Аев. Так, я здесь проебался. Блять, блять. Поехали. Буга-буга. Давай! Поднял он свои лапки, ебучие. Я сохраню тебя до конца, сколько смогу. Ох, я сейчас... Вот потерять ту херь. А, меня все равно тогда ТНТ взорвало. Народ, вы, конечно, извините на меня, но я уже кончаюсь. С нервами, блядь. Что это было? Я забыл про тебя! Иди ты же нахуй, бля! А, горю, я горю. Мой жопец горит в огне. И... Вот оно! Он снова, блядь, прыгнул! Ладно, окей. Нормально. Здесь тоже нормально. И вот это я вообще не понимаю. Просто прямо бежим и все. Окей, поехали вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Ладно, если в первый раз, допустим, да, меня спасает мой чудик этот, то дальше, блядь, там просто я не могу. Вот, ну и что, и как мне? Что? Я не задамажился? Выразли? Ребят, у нас есть шансы! Ребята, у нас есть шансы! А мне теперь его будут всегда давать? Ой, бля, надеюсь, да. Неужели? Как я это сделал? Как это я сделал? Пожалуйста, скажите, как я это сделал? Так, главное, вот здесь не проебаться. И года не прошло! Года не прошло! У-ху! Я наконец-то и одолел этот ебучий уровень. Мне потребовалось всего лишь 3 возрождения.
Ну, не именно жизни, да, я имею в виду контишки эти, а именно возрождение после увидения, ну, увидев эту маску. А если б я играл, ну, если б оно сбрасывал полностью этаж, после этого, я думаю, у меня так бы... Жопа, как ракета. Да! Мой план сработал. А что насчет тебя, Crash Bandicoot? Энджин? Что происходит? Что? Кто-то прерывает наш сигнал? Окей, у нас остался босс, поэтому... Доктор Нео Кортекс, все, да, все, босс, все, финаль, все, все, финаль, это финаль, А теперь у нас осталось понять, как мне будут ебашить. Их! Если брать первую часть, меня ебашили шары. И довольно жестко. Если же здесь будет связано с космосом, и мне придется на ебучем ранце летать, есть! Я буду тратить целых... Блядь. Ебаный рот, я ж пошутил. Ты гонишь? Я управлять им не умею! Ладно, поехали. Ладно. Получил, поебал. Получил, поебал. Почему у меня управляет туда, где вражеская херь? Пронесло. О, он в бомбу врезался на конь. Уж, ух. Зачем тебе кристалл, чел? Слушай, если ты сейчас меня с помощью него будешь пулять... Надеюсь, нет, пожалуйста. Давай, пожалуйста, рывок вперед и... Минус он. Я не вижу. О, о, о! Спидхоус! Быстрые ботиночки! Shift button and run! Это все? А если взять в расчет то, что я не умею летать на ранце, и я убил босса с первого раза, несмотря на то, что того босса в первой части я убивал достаточно долго. Ибо как-то это на самом деле странно, очень странно. Серьезно. В этой сейчас серьезно, да? У нас, оказывается, последний босс легче всех остальных. Даже на тех боссах я покоцался, на этом же ноль. Ноль урона по мне. Я даже, понимаете, думал, он будет меня пулять кристаллами. Ну, типа, как тогда, типа, тоже из пушки своей. Но нет, он в нас не пуляет вообще ничем. Ладно, давайте ставить оценку этой игре. Новые механики. Подкат. Удар в прыжке.
Ну, именно как животом. Хм, потом у нас был в подкате прыжок, который удлиняет наш радиус. Были новые бомбы, если не ошибаюсь. Потом, что у нас еще изменилось? Враги новые появились. Теперь у нас вместо одного уровня мы можем выбирать среди 4. И пятый у нас будет босс. На самом деле, задумка прикольная, но они ее плохо реализовали. Допустим, вот ледяной, да, вот уровень. Почему они не сделали просто все из-за льда? Именно весь уровень со льдом связанный. Сделали бы, ладно, там, один или два уровня с Мишкой, да, и один бы второй, ну, типа, гонка с Мишкой, когда за ним бежит мать вот этой медвиха. Окей, было бы прикольно. И боссом был бы какой-то там снежный человек тот же, я не знаю. Если сравнивать первую часть и вторую, я даю предпочтение первой части, поэтому Bandicoot 2 немного подсасывает. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. И у нас еще остается третья часть, поэтому всем пока.